Стойкий характер показали сегодня и более 100 поклонников легкой атлетики. В Тобольске уже в 36-й раз состоялся пробег мира. 30-градусная жара, под ногами плавился асфальт, а участники со всего Уральского округа от 16 лет и старше бежали полумарафонскую дистанцию – 21 километр 95 метров. Первым финишировал Денис Кораблев из Таркасале. Его время в пути – 1 час 9 минут. Среди женщин лучшее время показала Олеся Шуклина. Ее результат – 1 час 17 минут. Это этап подготовки. 7 августа будет марафон, вот к нему подготовлюсь. Бег – это своего рода отдушенное хобби. То времяпрепровождение, которое позволяет мне быть, наверное, самим собой. Сейчас восстанавливаюсь после рождения сына. Была у вас и в 2011, 2012, вот сейчас в 2016 году приехала снова. Бег помогает. Город у вас тем более красивый. Сейчас пойдем посмотрим Кремль, вечером поедем домой. Отмечу, на равных в полумарафоне боролись за победу 3 члена общества слепых и 2 участника в возрасте за 70 лет.